елочка в лесу она росла. Зимой. Шунь, да. Шунь, ну что, горит? Нет, не горит. Зимой, летом стройная. А теперь? И теперь не горит. Енотыч, неужели на нашей елочке не будет огоньков? Даже не знаю. Я, конечно, постараюсь. Постарайся, но... пожалуйста, енотыч. А то придет Дедушка Мороз, скажет: елочка, зажгись. А она... И Дедушка Мороз огорчится. Дед Мороз? Шунь, Дед Мороз и только в сказках бывает. Енотыч, скажи, что ты пошутил, пожалуйста. Ну, сказать-то я скажу. Только это дело не меняет. Ой, неужели, неужели, енотыч? К сожалению, Шунечка. А ты, впрочем, лучше у Леонарда спроси. Да, мне надо с гирляндой разобраться. Так, а если... Так, поздравляю, поздравляю. И от всей души желаю. Так, что же... Тетушка Матильда! Тетушка Матильда! Ну, подожди, Шунечка, подожди. Но, тетушка Матильда, это нет. Очень важно. Важно? Да. Скажите, только честно. Так. Дед Мороз существует? Ой, Дед Мороз? Да. Да нет, Шунечка, что ты. Не обижайся, но Дед Мороз – это антинаучно, деточка. Значит... 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 Ой, Шунечка, ну, Шунечка, ну, деточка, ну, что ты, ну, пожалуйста, пожалуйста, не плачь. Не надо. Ой-ой-ой, что... Енот, енотыч. Что случилось? Не плачь. Из-за чего слезы, а? Из-за Дедушки Мороза. Да. Мне так хотелось, чтобы он пришел к нам в Шишкин лес. Так. Так хотелось. Ну, как бы, Шунечка, это... Кажется, Матильдушка, мы тут наговорили лишнего. Ох, похоже на то. Ой. Так, надо что-то делать. Так, это... Шунечка, ты никуда не уходи, а я пойду по одному очень важному делу. К бобрам. Да. Енот, енот. Ой, вот те раз. Вечно у него в самый ответственный момент какие-то дела. Эх, придется мне самой обо всем позаботиться. Шунечка, да. Только, пожалуйста, не плачь, деточка. Эх, я тоже по делу. Ну вот, теперь еще и меня одну оставили. Тук-тук-тук. Ой, кто там? Это я. Дед Мороз! Здравствуй, Шунечка! Ой, Дедушка Мороз! Он самый! Вот пришел посмотреть, как ты тут поживаешь! Дедушка Мороз, а что это у вас голос, как у нашего енотыча? Ой, какого енотыча? Который к бобрам ушел? Ага. Не знаю такого. Ой. Не. Тук-тук-тук. Ой, кто это? Это я, Дед Мороз. Пришла, ой, то есть пришел навестить вас. Ой, еще один Дедушка Мороз. Такое бывает? Бывает, Шунечка. Вот интересно, а мне тетушка Матильда и енотыч говорили, что Дед Мороз – это выдумка. Ничего подобного, я говорила совсем друг... Ой. Тетушка Матильда, а я вас узнала! Не мудрено. Ну вот. Не мудрено, а так опростоволось. Да. Я, енотыч, между прочим, я тоже узнала. Ой, и меня... Да. И на чем это я погорела? Борода, усы? Ну ладно, ладно, енотыч, что уж там. Давай лучше, Шунечка, поиграем, будто ты нас не узнала, и мы настоящие Дед Морозы. А? Ой, давайте. Давай. Тук-тук-тук. Ой. Кто там? Это я, Дедушка Мороз. Дед Мороз! А вы что, обо мне не слышали? Слышали, даже очень слышали. Ну вот.
вот и отлично. Проходите, проходите, Дедушка Мороз, садитесь. С удовольствием. Ну что, мышка-малышка, как ты здесь поживаешь? Замечательно поживаю, Дедушка Мороз. Очень рад это слышать. А как себя мышка-малышка вела весь год? Очень хорошо. Да-да-да, она у нас просто умница. Ну, замечательно. А скажи мне, умница-благоразумница, чего бы тебе хотелось больше всего? Да у меня, Дедушка Мороз, вроде бы все есть. Вот только огоньки на елочке починить бы. А что, не горит? Не горит. Нет, там что-то то ли с розеткой, то ли с выключателем, я не знаю. Угу. Ну, это мы мигом. Тем более, что у меня для этого есть... Волшебная палочка. Ну что вы, уважаемая, отвертка, пассатижи и изолента. Ого, как! А? Ну, где у вас тут провод начинается? А, вот там, под елочкой. Ну, конечно, под елочкой. Да-да-да. Так. Так, ага. Енот Енотыч, кто это? Не знаю. Ну вот, в общем-то, и все. Кажется, готово. А почему она не горит? Действительно. Да. Потому что мы не сказали волшебные слова. Ну-ка вместе. Раз, два, три. Ёлочка, гори! Что ты, мышка-малышка, не за что. Пойду я, у меня еще дел не в проворот. Кстати, эти подарочки для вас. Ой, спасибо, спасибо, Дедушка Мороз. Ну, до свидания. До свидания. Всего вам самого доброго. До свидания, до свидания, Дедушка Мороз, до свидания. Енот Енотыч, ну и кто это был? Ой, Матильдушка, не поверишь, не знаю. А я знаю. Самый настоящий Дед Мороз! Я так рада, я так рада! А может быть, это... Не будем уточнять, Леонардовна. Ну, вы правы, дорогой Енот Енотыч, не будем. Лучше поздравим всех с наступающим Новым годом и пожелаем всего самого-самого доброго и... И самого-самого хорошего! В наступающем Новом году! Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.